Доброго времени суток. Возвращаемся к проекту Vena Network. Что это за проект? Чем он интересен? Давайте с вами рассмотрим поподробнее. Vena создаст оптимальные условия для банков, рынка криптовалют и обычных пользователей. Как это будет происходить? Ну, во-первых, об этом просто мечтают многие крупные банки. Все они хотят получить возможность зарабатывать на криптовалютных инвестициях. Их клиентах также не отказались бы от подобной возможности, но они не имеют надежной среды, где банки могут взаимодействовать с криптовалютным рынком на равных. К счастью, запуск Vena решит эту проблему. Сеть Vena состоит из нодов. Каждая нода может представлять организацию или же определенное лицо. В таких условиях человек сможет получить краткосрочный заем в криптовалюте без каких-либо посредников с помощью одной лишь банковской карты. Конечно же, банк возьмет определенную сумму, но она явно не сможет омрачить открывшиеся возможности. Некоторые крупные банки уже заявили о своей заинтересованности в подключении к Vena. И я надеюсь, что они инвестируют в проект достаточно крупные суммы, что позволит существенно ускорить развитие и разработку проекта Vena. О его разработках и развитии рассказывает Roadmap. Это дорожная карта проекта, то есть по квартально расписано, что планируется. Планирует команда, соответственно, делать в какое время. Рынок криптовалют получит доступ к традиционным финансовым инструментам благодаря команде проекта, которая состоит из, конечно же, профессионалов, знающих свое дело. Дорожная бумажная белая бумага гласит, что сейчас криптовалютный рынок переживает затяжной кризис, и большинство подходов к его решению не дают желаемого эффекта. Кризис продолжается, и его невозможно преодолеть без усилий. В то же время, когда большинство пользователей рынка начнут использовать Vena и получат доступ к традиционным финансовым инструментам, восстановление не зависит от себя, не заставит себя ждать. Многие проекты пытались создать эти инструменты с нуля и ориентировать их на криптовалютный рынок. Но зачем создавать что-то новое, когда Vena может просто адаптировать все существующие инструменты к условиям криптовалютного рынка? Вот почему стоит обратить внимание на проект Vena Network. Все ссылки на официальный сайт, Telegram, соцсети, White Paper будут в описании под видео. Если остаются вопросы, связывайтесь с членами команды. Рекомендую вам Telegram чат, где отвечают вам сразу.